на Алиэкспрессе нашла вот такую вот штуку. Посмотрите, это Миша. Она уверена 100%, что это ее торт. Что вы скажете по поводу торта? Ты все пропустила. Привет, я Энни Мэджик, и ты на канале моей волшебной семьи. И сегодня, 8 февраля, у одной из моих собачек, Мишаньки, день рождения. Если вы смотрели 33 факта о Мише, то вы в курсе, что Миша спасенная собачка, и поэтому мы с ветеринаром решили, что ей исполняется примерно 3 годика. Так что сегодня мы будем отмечать Мишанькин день рождения, а ты пока подписывайся прямо сейчас на канал, чтобы не пропускать наши новые ролики. Смотрите, какой костюмчик прислали Мишане подписчики. Такой вот серый комбинезончик с розовыми пуговками, щечками, морда. И вот такая вот полосатая кофточка на заклепочках. Я по традиции всем своим питомцам на день рождения делаю торт своими руками. И, конечно же, Мишане я тоже сегодня сделала тортик. Он получился очень прикольный, он необычный. Я его позже покажу, и мы посмотрим, как собачки будут его кушать, в особенности Миша. А также я подготовила для нее очень крутой подарок, который заказала на Алиэкспрессе. И очень важный, полезный и очень классный, милый и няшный. Я его тоже позже покажу. Просто я думала, ну действительно, что можно подарить собачке, у которой уже есть все, что только можно. И вообще мы как бы с вами долго не могли решить, какой же цвет будет у Миши, но все-таки даже в голосовании победил салатовый цвет. Все проголосовали, большинство все-таки за салатовый. И да, кто в курсе, у моих собак есть свой видеоблог, не только у собак, но и у кошек. Киска Алиска там наверху спит. И там на своем канале они тоже сняли ролик про день рождения. Только там они и подарили свои подарочки вот в такой вот салатовой коробочке. Много самых разных салатовых подарочков. И это вы посмотрите на том канале. Ссылочку я оставлю внизу, но сначала досмотрите этот ролик, потому что будет много всего интересного. И так как у Мишаньки цвет салатовый, у нее есть вот такое вот салатовое полотенчико, вот такая вот лягушечка. Сейчас я на нее одену его и расскажу кое-что про это полотенце. Я их заказывала в Китае. Они очень, кстати, качественные получились. И да, если вы хотите видео про мои покупки для питомцев из Китая, ставьте лайк этому ролику, и я обязательно его сниму, потому что у меня скопилось уже кое-что, чего вы не видели в других роликах. Сейчас я одену это полотенчико, просто чтобы вам показать. Понятное дело, что я их сушу хорошенько, но все равно потом одеваю их вот в такие вот полотенчика. Такие они милашечки в них. Сейчас я сделаю ей массажик. Я в фактах уже рассказывала, что Мишанька очень любит массаж. Вот такие вот часики с фламинго мне подписчица прислала. Я же сейчас все с фламинго собираю. Я уже снимала об этом видео. Есть и видео от Софиши полезное. И о том именно как приучить. То есть не как правильно... Софиша провалилась. Я купила вот эту кроватку в Икее и сама сверху отдельную подушечку для нее купила. Но в конце концов Софиш вылазь. Я поставила эту кровать рядом с кроватью, чтобы они запрыгивали на кроватку, а потом залазили на кровать, потому что она высокая. И в итоге я как-то проснулась ночью и пошла попить водички и просто ногой наступила в эту кровать и сломала вот здесь такую... вот штучку, которая лежит, на которую кладется подушечка. Попыталась заклеить ее скотчем, но вот в один прекрасный день она все-таки разрушилась. Кстати, если вы заметили какие-то изменения на моем лице, то да, они действительно есть, потому что мне делали операцию. И я про все это рассказала на своем канале Any Magic. Там есть ролик об этом, а еще там есть, конечно же, и новое видео, которое тоже вышло, так что обязательно потом сходите. Еще когда мы жили в Таиланде, когда еще не было Миши, Юми и Кисы Алисы, я купила набор по уходу за шерстью для Софиши, для длинношерстных собак, и там был вот такой вот спрей, который используется именно для того, чтобы шерсть была пышная, блестящая. Вообще расчесывать собак очень полезно. Мертвая шерсть выпадала, то есть уходила, вырастала новая. И плюс ко всему это улучшает кровообращение. Вот, смотрите, сколько шерсти на ушах у Мишани я начесала. Почему-то ножниц Мишка боится даже больше, чем когтереза. И я до сих пор не могу ее окончательно приучить к ножницам. Я какие-то супер там стильные прически сама собакам не делаю. Я делаю просто гигиенические стрижки. Это типа лишнее отрезать, убрать попы с лапок, с подушечек, чтобы
не мешала. Стала прям такой красивой, еще красивее, чем была. Сейчас мы будем надевать на нее платьюшко. Кстати, к теме покупок из Китая. Я вот и Ваську купила такую штуку. Это не ошейник и не бандана, а вот именно такая прикольная композиция, нарядная, с красным галстучком. Вот какие Мишка с Эйвоном. Прям сейчас такие красивые парочкам, как мы решили, что они муж и жена, хотя они оба кастрированы и не могут иметь детей. К сожалению, может быть, или к счастью. Ну, в общем, таких красивых нужно сделать фоточку обязательно в наш Инстаграм. Кстати, ребят, если вы не подписаны на наш Инстаграм, обязательно подписывайтесь на него, потому что там много всего того, что вы в роликах просто-напросто не увидите. Очень много людей поздравляли Мишу ВКонтакте, в Инстаграме, и будет очень круто, если здесь, под этим видео, вы напишите какие-нибудь прикольные поздравления для Мишани в комментариях. Это единственная Мишкина салатовая вещь. Вот такая вот курточка прикольная, у нее очень классный капюшон, он расстегивается вот так. Я эту куртку показывала в одном из видео про одежду для собак, и у нее здесь вот такие вот воротничок, если расстегнуть, а если застегнуть, будет капюшон. Она очень теплая, очень прикольная, и на зиму, и на осень баллоневая. И вот, когда мы последний раз ходили гулять, снег растаял и было очень грязно. И я заметила, что несмотря на морозы, ни на какие, у Мишки именно зимой лапы не мерзнут. Но зато есть проблема, что они у нее очень сильно пачкаются. А так как шерстка длинненькая, ну, как бы постоянно приходится мыть, это лапомойки, салфетки и так далее. Я на Алиэкспрессе нашла вот такую вот штуку, которую как раз сегодня я Мишане и подарю. Это обувь для собак, ботиночки, но не просто какие-то там ботиночки, а силиконовые резиновые сапожки. Они вот такие вот силиконовые, и у них здесь есть липучечка, которая отлепляется. Вот так вот это выглядит на Мишаньке. Я думаю, вы видели в ролике, где они с Юми ходят первый раз в обуви, как она ходит. Да, Миш? Такие вот резиновые сапожки, такая милота. Иди сюда. Вот молодец, Мишанька. Она у нас уже практически нормально ходит в обуви, да? Если честно, у меня вообще есть подозрение, ребят, что эти силиконовые сапожки светятся в темноте. Я не уверена, надо будет проверить. Вот такой вот подарочек я сделала Мишаньке. Единственное просто уже, что было нужно ей, кроме салатовой одежды. Ну все, я пошла за супер тортиком. Я пришла, тортик принесла для нашей именинницы. Торт у меня в этот раз не круглый и даже не квадратный, он прямоугольный в стиле Майнкрафт. Такой вот кубик майнкрафтовский. Здесь я обложила его салатовыми косточками, так как это Мишанькин цвет. И сверху я сделала именно из корма платину, ее любимого. Она просто от него сходит с ума. Такой вот верх, как будто заложенный. И несколько дырочек освободила и положила туда кефир. То есть налила туда кефирчика, и получилась вот такая вот цифра 3 компьютерная. Киса Алиса сегодня решила все видео просто проспать, потому что она уж очень была активна на день рождения Миши на канале Magic Pets. Киске Алиске даже предлагать не буду, потому что тортик полностью собачий. Сама, конечно, хотела бы, но не буду обделять малышей. Да, Мишань, сейчас именинница наша будет съесть свой поздравительный торт. Мишанька, это твой тортик. С днем рождения! Посмотрите, как они выедают именно корм сверху, а вкусняшки по бокам брать не хотят. И Вась, ты идешь кушать тортик? Или только девочки сегодня кушают? Ой, посмотрите, это Миша строит Софишу и Юмичу, потому что она уверена 100%, что это ее торт. А Юми на это злится. Хотя Мишане обычно это не свойственно, но за свой любимый корм она готова даже, видите, злиться на девочек. Но не переживайте, это агрессия не на людей именно, а между собой они, разборки такие женские. Эйвен все-таки присоединился, вырвал одну вкусняшку, потащил к себе. Юми, что там у него? Юми, иди тут кушай. В общем, дамы едят, чавкают, очень нравится им тортик. Они сейчас взялись уже за основание. Вкусняшки по бокам пока откладывают. Мишаня понесла кусок торта к себе в лежанку. Ну, нормально вообще. Софи выгнала Юмичу и ест одна теперь этот торт как королева. Юмичу пытается тому Мише отобрать кусочек. Что вы скажете по поводу торта, дорогая Мишель? Юмичу, как самую младшую, пустили только к остаткам
торта, несмотря на то, что она пыталась все-таки как-то отстаивать свою позицию. Но это их тайные разборки, как бы в которые можно даже не соваться, потому что Юми действительно младше всех, тем более Миши, теперь уже 3 годика, и она позволила себе откусить кусок огромный и отнести его в лежанку, хотя обычно я не разрешаю такие вещи делать. Ну ладно. Юмичу, вот микрофон есть не надо. Ты все пропустила. Киса, Алиса. Подписывайтесь обязательно на наш канал, не забывайте. Переходите по ссылочкам, смотрите другие ролики. И пишите поздравительные комментарии Мишане.